Девочка. Приветствуем всех. I'm Arun Dubey. Shri Arun Dubey. Indian musical, musician from Gwalior Gharana. Индийский классический музыкант, который принадлежит Гаране, к традиции Гвалиор. Это древнейшая традиция. And today I'm presenting you some ragas with the healing concept. Сегодня будет не просто концерт, а концерт рага-терапии, то есть я представлю раги. So first raga, I just introduce in front of you. Первая рага, с которой мы начнем. You just feel it, then after that I will tell you. Ну вот видите, как у нас и в программе было сказано, что мы не готовим программу, а спонтанно ее сделаем, так и сейчас. Арун же говорит, я спою рагу, а потом я скажу уже название и все прочее. То есть сначала вы почувствуете, потом мы уже о ней поговорим. Re ta
Hare Krishna.
на 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 ра на ра я
Hari. Om
Ananda na 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 na.
So very small flavor of tang. Drupada. Very small. Очень небольшой вкус друпада. Now second raga. This is a bhupali. Это была рага бхупали, вечерняя рага, состоящая из пяти нот. Now second style is khayal. And first one is Drupad. И следующий стиль это khayal. Rag Yaman. Будет рага Yaman. Вечерняя тоже рага. So if you want different time zone raga, I will sing. So I will sing different time zone raga or evening raga because. Как бы вам хотелось, вечерний раг или раги, чтобы были привязаны к разному времени суток? Берви? Берви всегда в конце появится. Берви потом будет. Это королева среди раг. Но я должен сказать. А. Это же there is a wish for Берви. Yes, Берви будет. So, if you have anything, so... That is a Drupad, and the second one is a khayal, little bit flavor of khayal. Ni re na re re da, ni re na re na re ni re re na, a re na re na na re, ni re na. Na re na re ri ta na re no je ni re re na re re no. Eri ali piya bina sakhi eri ali piya bina sakhi kalana parata mohe ghari palachina dina eri ali piya sakhi ri alipi bina sakhi ri alipi ri alipi bina sakhi ri sakhi re na re 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 ali piya ne 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 re re ga ne re ga re ga re sa ni da ni re ga re eri eri ali piya madhani madhapa mare gare nire gare nire sa piya bina sakhi eri arana rana eri ali dera.
Мадани, Мадапа, Нирега, Марега, Па, Марега, Нирега, Ниреса, Эри, Алипи, Мадапа, Мабага, Мабага, Марега, Магарега, Реса, Нирега, Гаре гагаре нире гаре нире саре аре мадама мабама гамабама гамагаре гаре са нире гаре нире гамагаре гамамама гаре гамамадама магаре гамамама гаре гамамагаре гаре са нире гаре са нире гаре са нире эре аре а Не-не-не.
It's like a deep, soulful music. Raga. Raga is a shape of, if I say, connection with nature, connection with the... Raga — определенная форма, определенное соединение с природой. It is not combination of note only. Это не только определенная комбинация нот. It is a behind combination of note, there is a some А еще за этим стоит определенная структура. Nature. Который соединяет с энергиями природы определенными. So raga by notes we are connecting with nature. So this Через is the рагу мы соединяемся с природой. And there is a very different raga also, like a seasonal raga, malhar. That is a direct connection with the rain. Some raga like a hemant. Есть такие раги, которые прям напрямую вот связаны с природой, например, малхар, он очень like сильно связан с дождем и с сезоном дождей. А, например, рага басант, она так и называется, басант — это весна, то есть она связана с энергией весны. С, вот, so it is a direct connection with nature, like that. Это определенное все-таки соединение с природой. Not only raga, it's some notes combination, because people think it is a notes combination just. Некоторые думают просто определенное сочетание нот, определенных нот в определенном порядке. Ну, это не совсем. Еще больше. И вот из нады. Нады. Что такое нада? Нада is a flow of nature. Нада — это поток flow природы. Of и природ, поток этой вселенной. Nada is not only sound. Это не просто звук. Sound is a effect of nada. Вот звук — это то, что получается от над. Light is a effect of nada. И свет — это тоже эффект. Yes. By vibration some creation is there. Вибрация, через вибрации. Спандан. Через вибрации происходит if созидание. You say spandana, it is also something not proper, you know, beyond that little bit. What is spandana? Spandana, vibration. If I say vibration, no. То есть не только вибрация, еще That's больше. That's beyond the vibration. Это means vibration то, we feel by вибрация. Body or ears or some other part. Эти вибрации мы слышим physical body. Через But физическое it is not тело. A physical. Или уши. Но это it is beyond that physical, because еще. We have five bodies, you know. Потому что у нас пять тел. One is a physical body. Первая оболочка — физическое prana, тело. Prana body. А потом энергетическое или прана. Потом маномая коша. Потом тело ума или манамая. Потом виджьянамая коша. Виджьянамая коша — тело интуиции. Потом анандамая коша. И ананда — тело блаженства. So nada is the connection with анандамая коша. И вот nada — это соединение с
Anandamaya Kosha. So it's a fifth level of structure. Это пятый уровень структуры. So nada is beyond that, not like that. Надо физика, выше, это но. За этим. Только физика. Не только физическое тело. Не только energy. Но, и не только энергия. Не только thought process. Надо means needed. Надо. Да, надо. Брейк надо, не надо. Тогда брейк надо потом. So very high level talk if nad we say. Because it is my interesting topic. I am doing research on that. So я на этом делаю исследование, поэтому я могу долго говорить на эту тему. So I'm working on Nada Yoga, Mantra Yoga. Я работаю. It is my main. I'm not a professional singer. Вообще-то я не только вокалист, да, но я еще. I'm a Nada Brahma structure. I just scholar of that. Я изучаю мантра-йогу, нада-йогу и исследования провожу на эти темы. I am searching something by that. Я ищу через это. In semi-classical style, there is so many variation of singing, like a тумри. В этом стиле очень много разных вариантов, вариаций тумри, например. Дадра, каджри, чети. So there is so many variation of music style. Очень много разных In semi-classical. And khayal also, what I sing, it is a chota khayal, it was a chota khayal, but то, there is a пела, bada khayal also, big, like a duma. А есть еще и bada khayal, большой, который долго поется, вот, как группа. So, I am singing in front of you. И вот сейчас я хочу вам исполнить. Kajri, okay? Kajri. So Kajri is a basically a rainy season song. Это обычно песня, которая исполняется в сезон дождей, муссон. People are very much afraid about rain, but in India people are enjoying with rain. Да, знаю про Россию. Обычно к дождю относятся не очень хорошо, а в Индии дождю радуются. Есть такое еще выражение, это я от себя добавлю, я хинди немножко учу. И там есть такое выражение, вот как ты приходишь, сразу дождь. У нас в негативном ключе, а у них это наоборот, считается, что здорово. Вот ты приходишь и дождь сразу.
परसन लागी बदरिया झूम झूम के बरसन लागी बदरिया झूम झूम के बरसन लागी बदरिया झूम झूम के बरसन
Composition in this thing, one or two words we are improvising in a very divine way. В этой композиции есть пара слов, которыми мы импровизируем. Ah.
Oh.
Сураг Хамадж. Это было в Раге Хамадж. Тумри. Тумри. In this Тумри, after that, improvisation is there, and speed become fast. Вообще в Тумри начинается импровизация, and after that they come back like the same scale. И потом снова возвращаемся мы к прежней нашей. So that was a very funful or joyful activities. Это достаточно радостно. Okay. So now folk. А сейчас мы переходим к народному, к фолк. Or you want bhajan? Или хотите bhajan? Фолк. No, if you see, there is a semi-classical style, two types of that. One is a light bhajan, and one is a semi-classical style bhajan is there. Like Jasraj ji, Bhimsen Joshi ji, they are singing like that, you know. So it's a very popular line. Improvising. So no problem, we are doing. И баджан тоже есть в семиклассикал, такие мэтры, как Бимсон Джоши там, и так далее, они тоже пели баджан? Нет, баджан это неплохо, ни в коем случае, просто now, now we are doing folk. Фолк. Мы сейчас фолк будем So everything is in raga, but I sing two folk, okay? Not only one, like two semi-classical I perform. Я сначала хотел по одной композиции на каждый стиль, но в процессе получилось так, что я спел на semi-classical две композиции, а теперь я хочу спеть и на фолк две композиции. Okay? Because you are coming here to listen. Но вы же пришли послушать. So I'm just trying to sing you. Я стараюсь петь. Наташа. Танкура. Absolutely. Все. In folk there is a different instrument. So mostly фолк, там другие инструменты. Тангура is not there. So there is a dholak, harmonium like that. Там so I'm according to that I'm talking. Гармоника. How many people listen Indian folk? А сколько людей уже слушали когда-то народную индийскую музыку? Like a kabbali, you know? Например, kabbali. Sufyan. Heri tana rana. Tera hi naam sunkar Baba aaya hoon door se jholi meri bhar de baba apne hi noor se ho है खुदा उनके करीब होता है
तेरी चौखट पे मांगने वाला बाबा कौन कहता है गरीब होता है हो लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लाल सेवण दा सिंदड़ी दा सखी सहवाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमी दा पहला नंबर हो दमा दम मस्त कलंदर हो अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी लाल. So it is a very fast style composition. Да, очень быстро, на быстрой скорости композиция. So you like or not, I don't know. There is a rhythm pattern. Ho lal meri path rakhiyo bala jhule lalan sevan da sindri da sakhi shahbaz kalandar damadam mast kalandar अली दा पहला नंबर हो दमा दम मस्त कलंदर हो अली दा पहला नंबर दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी लाल मेरी. चार चराग तेरे जलन हमेशा चार चराग तेरे बरन हमेशा पंजवा में बारण आई बला झूले लालन हो पंजवा में बारण पंजवा में बारण आई बला झूले लालन सेवण दा सखी सहवाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर हो अली दा पहला नंबर हो दमा दम मस्त कलंदर हो अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी लाल मेरी. Rajasthani folk. Это народная песня из штата Раджастан. Кесария them. Kesariya balam, oh, Kesariya balam. Hare Krishna.
धरती जथे चांदी रो आसमान हो सोना सी धरती जथे चांदी रो создала своего любимого из далеких земель. И она пела «Добро пожаловать к нам на нашу землю, в Раджастан». А потом Индустан, это стало вообще символом индийского гостеприимства. Это стало одной из самых таких важных песен для Индии. Она очень популярна, эта песня. I'm teaching music. Я вообще-то учитель музыки. I'm teaching mantra. Я учу еще, обучаю мантрам. I'm teaching because of not money. It is not a main concern of money. Я учу не за денег. Because of something I found when I was in Moscow 2 years. Я просто 2 года работал в Москве в культурном центре при посольстве преподавателем вокала. Then I found there is a very like he is also know so he took converse with me. Мы вот не тут разговаривали с одним человеком. Русский. Очень язык, похожие языки. Санскрит и русский. And then people don't know about that. They don't aware about that strength of sound. А люди многие не в курсе этого и также не в курсе того, насколько сила звука мощная. And they are playing with sound, you know. Но очень часто люди играют со звуком. And don't play with sound. Но you know, because that mantra is like a weapon, you know. Потому что мантра это подобно она оружию. If you say cling, if you say clim, if you say cring, отдельно, отдельно. Ты тянешь разные. Energy будет. Разные энергии. If you say lam, lung, om, om, it is a, you know how to pronounce om. Touch your tongue on your paddle. Есть техника определенного произнесения ом, когда мы касаемся языком верхнего неба. It is not ом, ом. Там нету звука м, как записывают обычно двумя буквами о и м. Там нету м. Это
звук получается вот этот. That portion is vibrate, resonate, starting stimulation. Вибрировать очень в голове. So by your tongue, you touch your paddle, and that resonance is there. And that resonance create your mind active more. И вот эта вибрация, она активизирует очень ум. So by that, 52 points will open. И наши 52 зоны в мозге, они открываются. In brain, you have 52 points, marma. Точки марма, точки называются. So that is the power of mantra. И это сила мантры. And mantra is a very and sare ga ma pa da ri da. It is not a sound, you know. It is also mantra. Индийские ноты, они тоже ведь мантры. So bija mantra, seed of notes. So how to pronounce, how to take your body up. And people are doing Kundalini Yoga, sitting like that. It is not Kundalini Yoga. Uplift your energy. Сейчас многие не умеют энергию поднимать. Или занимаясь йогой, например, в частности Кундалини Йогой, просто сидят криво. Ну, вот как-то so first you need to sit. How to sit like a asana. How to make your habit, external habit, internal habit. It is a yama niyama. Asana, pranayama, breathing practice. Есть и у нас и привычки внешние и внутренние. Есть потом питтяхара, senses control. И наше дыхание, и наше контроль наших органов чувств. So yama, niyam, asana, pranayama. Pratyaha. Он же перечислил ступени йоги. Согласно. After this five dhyana is there, but people are doing direct dhyana. Вот Арунджи перечислил вот эти ступеньки йоги. И дьяна, медитация, она будет на седьмой ступени. А сейчас очень часто люди не... It is a big business, you know. Не практикуя первых ступеней, да, они сразу же вот прыгают в медитацию. И сейчас, к сожалению, медитация становится бизнесом. So by that sound, so many people become crazy. И через звук, который на самом деле целительный звук, многие на самом деле сходят с ума. They just try to understand how to use this sound. It is very normal to learn, you know. It is not very typical science something. Это такая наука. So that's because I'm just teaching, not Sanskrit, how to pronounce mantra. И вот в курсе мантр Арунджи начинает с санскрита. I'm not a performer also. I'm working with mantra, music, something, yoga combination. But I'm trying to perform today in front of you. Так же, как у нас 52 зоны в мозге, так же в санскрите 52 звука. И их больше, чем в русском, в английском и так далее. Поэтому, чтобы понять мантру, ее надо прочитать, ее надо понять, как она произносится. Иначе будет вот как скрим, клим и так далее. Вот другие энергии. Мы хотим одно, а получаем другое. So it is not a problem in Russia. It is a problem in India also. That's because I am started in India also one course, Yoga Music Union. На самом деле эта проблема не в России. Она сейчас везде, и в Индии тоже. So that's because I am not... performing because it is my duty somehow to tell people like this. Ну, я мало выступаю, вот как Because артист. I am not a performer, you know. Я вообще вот не... Performer is a kshatriya. I am a brahmin. Тот, кто выступает, он, ну, как воин, да? Если по кастовой системе, то это... I'm not like that. То это воин. А я брамин. Я обучаю. So Brahman is teaching to society, you know. Задача брамина сделать подобных себе. Vaishya is thinking about money only. А вот вайшья, они наоборот про денежки больше думают. And Shudra is working for like a servant. Shudra, он. So I'm trying to be like a Brahman because it is very hard to manage this, you know. But I'm Shudra, trying. Он служит, и я стараюсь вот учить. So it is not a casteism by birth. Это не кастизм, это просто вот ощущение, личное предназначение, что вот нужно делать. So that's because I am running here. Поэтому я бегаю туда-сюда. Because I am feeling very close relation with Russia. Потому что чувствую очень близкие, тесные отношения с Россией, с русской душой. And I'm trying this to connect and я просто стараюсь соединять. So that is my only object, nothing else. Вот это моя цель, больше никакая. And she is wonderful, she is helping me always. What she's doing?
She is helping me always. А, вот она мне говорит, помогает. Question or anything, I will try to. Я еще постараюсь ответить на них. Вопрос. А санскрит — это язык для чтения или для пения? А санскрит — это language for reading or for, it is for singing. It is for nature. Это язык, приближенный к природе очень сильно. Больше он через пение, да? А? Да. Звучит он через пение. So it sounds through singing. Ну, можно это тут. Like, Om Bhur Bhuvah Svaha Tassa Vitur Varinyam. So, how to move that sound, you know? Как этот звук? Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yona Prachodayat. So, sound, resonance. Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivaradhanam Urvaruk Mivavandhanan Mrityor Mukshiya Maam Ratat. Because there is a sound, you know, Maam. It is an elaboration. There is a sound Ha. Ha. Stroke. То есть, когда звук Ма, он вытягивается. А когда звук Ха, он... It is a very different science. Ha. Like Mahamrityunjaya Ma Beej Mantra. Om Trayam Ma. Trayam Bakam Yajam Mahe Mahe Sugandhim Pushti Varadhanam Urvaruk Miva Miva Bandhanan Mrityo Mukshiya Mamratat. Даже у длинных мантр, таких как Махамрдюнджа мантра, есть бидж мантра. И вот у нее ма. Я слышала, что каждый чакра соответствует определенной бидж мантра. Yes. И у меня есть вопрос, соответствует ли каждой чакре определенная высота звучания? So, each chakra is associated with some beach mantra. Is it true that each chakra also associated with some frequency of sound? Yes. which higher sound our Mooladhara chakra? Mooladhara. 108. 108. Герц. 108 minutes. And then our... Can you tell me? She wants all frequencies. So first, when I sing Drupadna, I sing in same Drupadna frequency. Вот, когда Анджи начал сегодня петь Друпад, он поставил вот именно эту частоту. Поэтому мы называем рагу терапия. After that I change according to her. Потому что Анджи использует именно целительные частоты. Он не поет просто вот на 440 Гц. Because I want you feel that. Мне хотелось, чтобы вы почувствовали. So you feel or not, I don't know. Я не знаю, почувствовали вы или нет. So when I sing Drupad, at that moment 432 frequency was there. Мы почувствовали так, что у меня прямая трансляция находит в этом месте. You have recording, you can check. Мы пели на 432 еще частоте. Okay. So it's very clear. I don't want to hide anything. Я не хочу ничего от вас скрывать. That's because I'm not here. Not here. I am here to tell you everything. Вот я поэтому, чтобы вам сказать. You do what you do, do correct. That is my purpose. Вот все, что вы делаете, делайте просто с осознанностью и этому. Because Vedas say do and know. Потому что Веды, мы обычно понимаем Веды как ведать, да, корень, ведать, знать. А там есть «да» еще. Вот эта вторая половинка означает действие. То есть у нас получается практическое знание. Не просто знать, а на практике знать, делать и знать. А откуда вы знаете, что именно 108 Гц – это звучание этой чакры? How do you know that exactly 108 Hz? I feel this. Oh. It's only your feel or who measured this? It's a universal frequency, actually. It is the earth frequency. Это вообще частота Земли. It is the earth frequency. Вот
пустота земли. So you check. Because we are not talking about that earth frequency, what is distract. We are talking about natural frequency, what is natural, original. Now so many frequencies distract because of pollution and so many things. Сейчас из-за того, что человек очень сильно, да, внедряется в природу, загрязняет, местами частота эта колеблется и отклоняется. Но чистое вот звучание. When you take birth, at that time your frequency was there. But after that, gradually, it will change. So that music, that mantra, is a connection with nature. Natural frequency. By that you, by meditation, you also connect with this nature. Can I translate? Yes, please. То есть, когда мы родились, у нас была определенная частота, наш звук. Но он со взрослением, он исказился, изменился. И вот мантры, они как раз соединяют человека с природой. By yoga also you are connecting. Через медитацию мы соединяемся. Yoga is not to exercise. Йога сейчас очень часто понимается как просто какой-то фитнес или какие-то упражнения, но это не так. It is a 5-1 Yam, Niyam, Asan. Asan is an exercise. Pranayam, Pratyah. That is a 5-level only for physical and mental. Получается, если брать 8 ступеней йоги, классической йоги, да, Патанджали, то асана, вот это вот положение тела, они будут только третьей ступенькой, только одной из ступенек. И для того, чтобы физическое тело и тело ума соединились, чтобы они раскрылись, нужно пройти 5 ступеней йоги как минимум. То есть там контроль ума. Йога start from that level. Вот оттуда, с 5 ступеньки, с пратьяхары, йога-то и начинается, и музыка тоже. Before that is a preparation of your body and mind. А до этого это только подготовка нашего тела и ума к йоге. When you out of your mind, then yoga starts. Вот когда мы только преодолели уровень ума, правильно, спокойного ума, вот мы тогда только вышли на уровень. Я правильно говорю? Да. Спасибо тогда, хорошо. Да. Это йога-мастер. Мастер йоги. Йога-мастер. Say, я не знаю, я правильно говорю, but как я думаю, как я знаю, так я говорю.